Итак, дачный сезон продолжается, а вместе с ним продолжается дачная страда, поэтому мы снова в гостях у Людмилы Николаевны Шубиной, агронома, кандидата сельскохозяйственных наук. И сегодня, как всегда, вас ждет наглядный рассказ на актуальную тему. Людмила Николаевна, на чем сегодня остановимся? Земляника. Актуальная тема для разговора. Мы находимся на земляничном поле. Это поле было заложено весной этого года усами прошлых лет, то есть старовозрастными посадками. Бытует мнение, что вот где нельзя садить землянику старыми усами или старыми растениями. Иногда мы прибегаем к этому агроприему, поскольку недостаток усов принуждает нас к этому. И в итоге вот мы получили вот такую шикарную землянику. Но сейчас время предосени, август. Чаще всего садоводы именно в августе садят крупноплодную землянику. Ну и мы с Ириной тоже будем пересаживать эту замечательную вкусную ягоду. Что же должен учесть садовод при посадке в осенний период? Первое. Всегда используйте только районированные сорта, поскольку именно районированные сорта дают полноценный, полновесный урожай крупных ягод. Таких сортов у нас немного, но я перечислю три из них. Старый-старый сорт «Фестивальная», великолепный урожайный сорт «Первоклассница», еще лучший сорт «Солнечная поляна», но вот мы стоим на участке сорта «Орлец» раннего срока созревания с великолепными вкусными ягодами. И именно с него мы начнем копку усов. Какие же усы нужно брать у растения? Всегда считают, что самый крепкий ус – это, естественно, первый. У него более мощная корневая система. И мы сейчас с тобой убедимся. В данном случае это первый как раз ус, да? А вот и смотрим, какой он. Вот это второй, вот первый. Да, вот он, вот ус, вот первый ус, вот второй. А есть такая пословица – сей в грязь будешь князь. Поэтому княгинями мы точно будем. Итак, смотрите, как выглядит полноценный первый ус. Да, вот, обрезаем. Обрезаем, обрезаем. Вот второй ус. Ну, как вы думаете, этот ус пойдет нам в дело? Я думаю, что да. Да. При недостатке материала даже вот такие усы идут в дело. Вот. Обрезаем? Да, обрезаем. Оп. Оп. То есть, но если у вас много усов, конечно, пойдет первый и второй ус. Вы держите вот эти усики. Этот усик возьмем как бы про себя. Так, ну и еще посмотрим. Вот у нас еще усик хорошенький, да? Да, отлично. Мы его берем. Это первый получается. Это тоже первый ус, а вот второй. Я думаю, что он тоже просится в земелечку. Не будем. Корневая система достаточно хорошо развита. Я думаю, что урожайность у этих... Ну, еще сделаем одну контрольную копку. Дождь идет, а мы скирдуем. Тоже есть такая деревенская пословица. Вот. Ну, я думаю, что наши садоводы будут только рады нашим прибауткам. Одним словом, мы набрали посадочный материал. Поскольку пошел дождь, мы поторопимся все-таки его быстренько в грязь посадить, чтобы через год мы были уже с тобой княгинями, получая высокий урожай крупноплодной садовой земляники. Итак, пошли садить на другое поле. Дождь становится сильнее, но мы продолжаем упорно нашу работу. Мы делаем лунки, а поскольку все-таки сеять в грязь – это, в общем-то, признак... Людмила Николаевна, перегноя, да? Перегноя, так, хорошо. Мы посадим парочку, только... Да? Да еще. Ну, примерно сколько? Ну, вот еще бы. Здесь у меня почва бедная. Бедная почва. Так, далее. Здесь у меня есть минеральные удобрения. Я чуть-чуть посыпаю минеральные удобрения. Да, чтобы не очень хорошо размешиваем с почвой. Дождь идет.
делаем луночку вот такую, земелькой закрываем, закрываем, так, теперь делаем, садим сухую почву. Многие садят в сырое, а вообще правильно садить сухое. Очень важно обжать сердечко. Вот это сердечко должно быть наверху. Вот. Теперь именно луночка должна быть. И только после этого производим полив. Но полив... А он нам нужен сейчас, полив? Я думаю, что даже сеем в грязь, все равно немножечко делаем полив, поскольку должна почва все-таки немножко присесть. Вот, все. Людмила Николаевна, большое вам спасибо. Я чувствую, что нужно нам закругляться. Да. О чем поговорим на следующей неделе? Следующая неделя — нимфеи, водные лилии. Я думаю, что под водой и о водных лилиях мы будем говорить. Всего доброго вам и до скорых встреч!